Есть много прекрасных вещей, которые можно найти только в Японии. Национальный костюм кимоно, который достиг идеальной гармонии без единого коллапса, смешивая бесчисленные цвета и узоры. Манеры чайной церемонии, которые отменили тщеславие и отход в сложное время и сублимировали красоту и тишину в струящиеся движения. Не может быть, чтобы чувственность японцев, которые могут создавать такую высокую культуру, не была вплетена в аудио. С такими мыслями и пожеланиями мы представили лучшие электронные технологии и детали без каких-либо компромиссов. И это аудиооборудование, которое можно назвать работой, которая родилась за пределами промышленных продуктов. Специальная модель Airbow, которая собиралась вручную, чтобы передать вам высшее впечатление, которое превосходит лучшее. Друзья, я вас рад приветствовать. Сегодня я собрал для вас комплект исключительных вещей. Здесь ничего нет простого и обычного. Все максимально нетривиальное. Естественно, есть к чему стремиться, но на своем уровне это вещи, конечно, шедевральные. В виде источника у нас CD. Ну, можно сказать, что универсальный проигрыватель от компании Esoteric UX1 Limited. Ко всему прочему, произведен тюнинг компании Airbow. Модель называется Supreme Emotion, то есть высшие эмоции или высшие впечатления. Акустические системы у нас Tannoy Thornberry, выпущенные к 75-летию компании. Они выпускались с 2001 по 2005 год. Выпущено было всего 500 пар, то есть это лимитированная серия. Вот. И в виде усилителя у нас Authentic A10X Tuned by Корявки. Я не могу их прочитать, извините. Но, в общем, я честно скажу, я знаю, что тюнинговые аутентики бывают внутри на красных, так скажем, конденсаторах, и я так и ожидал, но оказывается, что они еще и бывают разный тюнт. И в данном случае эта надпись переводится как «произведена профессиональная высокоточная настройка». Вот, то есть комплектующие у него внутри такие же, как и у других аутентиков, но еще более тщательная настройка произведена. Вот, что, безусловно, никак не в худшую сторону сказывается на звучании. Вот. С чего начать? С колонок или с источника? Давайте с колонок или с источника. Не знаю, давайте с колонок. Значит, у нас есть такой вот здесь каталог с очень красочными картинками.
вот, возбуждающими воображение и желание. Это модельный ряд, который здесь представлен. Вот. Ну, конечно, Westminster Royal, мое почтение, но не знаю, будут ли когда-нибудь такие в моем пользовании, вообще в моем, так скажем, поле зрения, да, но Кентербери, наверное, когда-нибудь случится. Вот у нас модель Торнбери, и рядом еще стоят стирлинги. Здесь у нас есть разворотик. Разворотик. Это, видимо, как все начиналось. Вот, ну, видите, по-японски, поэтому ничего не могу прокомментировать на этот счет. Ну вот, собственно, 926 год. Видимо, тот самый год, тот самый сарай, в котором, ну, сарай имеется в виду нижние помещения дома гаражного типа, где начало произошло. Зародилась компания Tannoy. А вот этот мужичок, Guy R. Fontaine, этот мужичок, он имел какое-то ключевое значение. Ну, вот видите, 30-й год, он там сидит, что-то рисует. Короче, он имел ключевое значение у истоков фирмы Tannoy. И у меня есть Tannoy, которые так и называются, Guy R. Fontaine, ну, то есть посвященные его труду. И сделаны они по последнему проекту, который он успел создать, но не успел воплотить. То есть, как бы в память, короче, о нем и о его вкладе в историю компании. Ну, мы с ними познакомимся, но позже. Надо немножечко сначала убрать других больших. Так, ну вот тут, значит, понятно, у нас все это красивое, дорого-богатое. Вот, видимо, оно идет как раз по уменьшению. Тык-тык-тык. Вот, здесь, правда, модель Торнбери SE представлена. Вот, и стирлинг SE у меня... Торнбери, получается, лимитированный, но не SE, а как предыдущая, видимо, модель. Вот. И стирлинги у меня HE, а не SE. Это тоже, как бы, получается, предстоящая этим. Но здесь год не написан, поэтому я не могу сказать. Ну, это, видимо, вот буквально следующий модельный ряд. Автографы мини. Тоже наверняка интересная акустика, но, честно говоря, денег за них просят несоизмеримо их размеру. Я очень сомневаюсь, что они отрабатывают свою стоимость хоть насколько-нибудь близко. Скорее, это просто такой предмет коллекционирования. Вот. Но наверняка каким-то звуком они обладают, да, безусловно. Здесь, значит, у нас написано, где какие технологии внедрены. Вот, кстати говоря, вот этот вот такой пятисосковый, я бы это назвал, в виде вымени терминал. Он здесь, видите, написано, что применен в Вестминстерах и в Кентербери, то есть в самых дорогих позициях, но в нашей модели Торнбери он тоже применен, ввиду того, что она шла как лимитка, поэтому в нее подсунули. Вот, собственно, устройство. Устройство динамика, да, то есть вот у нас здесь купол ВЧ-шки, обратный, диафрагма, то есть обратная, здесь получается такие собирательные каналы, и в рупор это все загоняется. Ну а здесь, соответственно, вот катушка уже низкочастотного динамика, а вот шайба центрирующая, ну и так далее. То есть, ну вот здесь, видите, вот это вот, скорее тут вот как нарисовано, это, да, вот Алька Макс, то есть это Альника, да, или Кобальт. Ну, в общем, здесь, видимо, Альника, но я знаю, что старые модели, они были на Кобальте, и вот такой конструктив, а здесь
здесь представлен вот как раз формат, как в наших Торнбери. То есть, ну, возможно, здесь разнесено, какой конструктив для каких моделей. Опять же, я не переводил текст, который тут написан. Ну вот у нас система вот такого типа, то есть два магнита, соответственно, на ВЧ-шку отдельный магнит, на низкочастотный отдельный. И здесь, видите, такой сделан рупорный лабиринт своеобразный для, ну, вероятно, более правильного распространения звука. Что там у нас еще? Какие еще картинки есть красивые? Так, ну здесь у нас супер твиттеры изображены и премиальная кожаная мебель. Да, я бы такой стульчик не отказался иметь, я бы, наверное, с него вообще не вылазил. Да, удобная мебель пагубно влияет на продуктивность, потому что не хочется вставать и что-то делать. Да, и тут вот, собственно, партнер Tannoy, компания Эзотерик. Вот, и здесь, соответственно, изделия Эзотерик показаны. Пока у меня усилителей Эзотерик не было, но вообще это достойные вещи. Вот, достойные внимания. И когда-нибудь мы с ними познакомимся. К акустике Торнбери у нас, соответственно, вот каталоги идут. И вот такие ножки. То есть здесь я их так приподнял на подставке. Потому что все-таки, если их подальше поставить, можно не поднимать. Но мне захотелось чуть-чуть звук повыше, так скажем, чуть-чуть его подсушить. Поэтому я поднял. Это импровизированная, так скажем, вещь. То есть это подставка кверх ногами другая. Здесь есть по краям такие, как набойки металлические, для того, чтобы на пол ставить. И также есть закладные для того, чтобы вкрутить либо вот такие вот плавающие ножки, либо можно шипы вкрутить. Но шипов у меня нет, но, в общем-то, резьба здесь стандартная, поэтому с шипами проблем не должно возникнуть. Вот, ну давайте теперь посмотрим, что у нас про наши HE75 пишут. Ну да, вот, собственно, здесь видите, вот варианты написаны. То есть можно такие, можно шипы поставить. Это у нас коровье вымя. Оно у нас сзади, ну, не знаю, с этой стороны не самым удобным образом. Вот так, зазорчик небольшой. Я двигать колонку не могу, потому что она стоит, но лучше ее не двигать. А здесь, значит, это разъемы ВБТ. Соединители тоже такие не слабые, будем говорить. Один контакт соединителя, он идет бананового типа с таким вот резьбовым с винтом. То есть мы вставляем, оно свободно вставляется, потом винт поджимаем, оно все не шатается. А с другой стороны здесь лопатка. И есть вот пятый контакт, в моем случае он не задействован. Но это вообще, то есть вот земля, видите, здесь вот написано, да, что пятый контакт земля. Ну, в общем-то, они без земли нормально играют, но, возможно, заземление дает какие-то дополнительные плюшки по звучанию. Вот, если я не ошибаюсь, кто-то в комментариях писал, что Ван Нунхул делал специально кабели, у которых был вот этот контакт земли. Ну вот, для этих моделей, которые обладают, собственно, этим граундом. Вот, ну вот у нас эта панель изображена здесь. И мы можем, соответственно, прибрать или добавить. У нас раздел частот килогерц 1300 килогерц, вот оно. Ну и вот на графике изображено, что как раз штырек этот, он у нас как раз вот взаимодействует с высокочастотным звеном. Вот.
можно приподнять, либо опустить. Ну, в общем-то, и на серединке нормально, но в определенных случаях, то есть, опять же, в комплексе, в какой-то конкретной системе, может быть так, что где-то, ну и мы же все разные, кому-то поярче, кому-то наоборот потемнее. Значит, достаточно чувствительная акустическая система, у нее 93 дБ, 110 Вт, соответственно, номиналки и 275 Вт максимально мощности, ну, музыкальной, так скажем. Восьмиомные они у нас идут, да? АЧХ здесь у нас от 34 Гц до 25 кГц. Ну, точнее, насколько там эта АЧХ кривая, нам неизвестно. Но вот представлены такие параметры. Корпус у нас 100 литров и 30 кг веса. Ну, здесь вот как раз про вот эти разъемы ВБТ сказано. Вот. Это здесь, видимо, где в Японии находится. Вот видите, ТИАК, он как официальный представитель у них был. ТИАК, эзотерик, это, в общем-то, одной руки пальцы. Вот, но вот здесь у нас неспроста стоит Стирлинг. Вот он как младшая модель в линейке. В принципе, что? Сам размер диффузора здесь одинаковый. Это 10 дюймов. Ну и, собственно, вот эта вот крафтовая такая бумага этого диффузора, которую создал Курт Мюллер, состав, она здесь одинаковая, идентичная. Но можете заметить, размер дудки разный. То есть конструктив у нее одинаковый, но вот раструб у Торнберри явно больше. То есть я там не написано сколько, но я бы сказал так, что если вот это вот, ну, больше похоже на 30 миллиметров, то здесь все 50 миллиметров. Я рулеткой туда лезть не стал. В общем, видно, что размер побольше. И объем корпуса у стирлингов или 80, или 85 литров, а здесь соточка. Ну и по весу стирлинг 23 килограмма, это тридцаточка. То есть здесь... Ну, в общем, так по простукиванию схожи. Ну, видимо, вот за счет того, что чуть побольше, все-таки где-то уплотнение произошло в любом случае. Вот. Я не сравнивал в лоб по звучанию эти системы, но тем не менее я понимаю, почему они вот эту дудку центральную сделали большего размера. То есть возможно, что и диафрагма излучателя тоже большего размера, хотя скорее всего она стандартная. Значит, получается, при большем объеме корпуса тот же самый диффузор низкочастотный, он все-таки создает, ну, больше, так скажем, объема низких частот, да, то есть реверберация от этих вот там всех дел. И, соответственно, чтобы высокий подтянуть на уровень этих низких частот, ну вот они, соответственно, увеличили рупор высокочастотника, чтобы звучание было сбалансированным. Вот, то есть это, в принципе, ну, это не то, что мое мнение, это, в общем-то, факт, да. То есть понятно, что чем меньше корпус, тем больше в нем компрессия, соответственно, низких частот там просто меньше по определению. Но тем более в данном случае конфигурация корпуса, она одинакова. Ну, то есть я имею в виду концептуально, как оно создано. Так, ну и что? Давайте перейдем к эзотерику. Значит, эзотерик у нас имеет пульт. Блин, пульт, конечно, да, сделано вот это красиво, кожа. Ну, я думаю, что это кожзам, но тем не менее, все это очень красиво. Но он такой настолько железный, что, в общем-то, и им можно защищаться. Например, от жены, если она ругается, что вы слишком громко сделали.
Вот. У меня есть, соответственно, книга, кабель, эзотерик. На кабеле написано 2012 год. Ну, насколько этот год выпуска кабеля соответствует году выпуска проигрывателя, я, конечно, могу судить лишь косвенно, но тем не менее. Модель UX1, она появилась в 2004 году. Соответственно, модель UX Limited появилась позже, то есть примерно, там, допустим, год 2009, обычно там 3-5 лет модель держится на рынке. Вот. Ну и так как это еще доработанная версия, возможно, еще прошло какое-то время, прежде чем он был выпущен. То есть это доработка не бывшей в употреблении вещи, а доработка заводского типа. Соответственно, новая вещь, которая актуальна на рынке была. Вот текст, который я вам зачитывал, это вот здесь вот он написан. То есть видите, здесь идет описание эзотерика, а это собственно вот вкладочки. Вот. Они здесь также написали, что там не переживайте, все хорошо. Ну, типа, мы там ничего такого плохого не сделали, мы сделали только хорошо. Вот, так что пользуйтесь, наслаждайтесь, что эта доработка не влияет на гарантийные обязательства, то есть они сохраняются, так же, как и у стоковой вещи. Также написано, что, соответственно, были поставлены комплектующие более высокого класса, что, в принципе, по определению дает возможность более длительного использования, беспроблемного, более стабильного и так далее. Слушайте, а я что-то... А, вот видите, я тут фантазирую про год, а оказывается-то вот оно, все, ларчик просто открывался, здесь есть шильдик. Ну, значит, 06-й. Вопрос, так скажем, исчерпан и закрыт. Вот здесь у нас шильдик, что это из-под руки Airbow вышло. Здесь есть всякие видео-выходы. Ну, это понятно, так как аппарат читает он всеформатный. То есть он супер аудио, DVD там и всякое прочее, короче. Вот. 24 бита поддерживает. Но так как он не ЦАП, то есть, ну вот, все, что на диске может быть записано, я так понимаю, он воспроизводит. Здесь снизу у нас выходы для домашнего кинотеатра, ну или для просто объемного звучания, то есть сараунды и прочие дела. Что там у нас? Ну да, сараунд, то есть это задний, сабвуфер и центр. То есть система 5.1. Здесь, соответственно, для стерео аудио. Два XLR выхода и два RCA выхода. Я RCA-шки сейчас отключать не буду, но на примере вот этого выхода коаксиального, то есть здесь два цифровых выхода, коаксиал и оптика. Посмотрите, как он исполнен. Это, соответственно, тоже разъемы ВБТ. Это, получается, керамика. И на этой керамике золотые дорожки. Ну, не знаю, как они вклеены туда или чего там сделано. То есть, я такое вижу первый раз. И здесь такие же самые разъемы. Боюсь представить, сколько эти разъемы могут стоить, если их покупать отдельно. Ну, я думаю, что более чем прилично. Да, кстати, UX1 не Limited стоил 1 250 000 йен. И на доллары это было 13 тысяч долларов, цена UX1. Лимитку я не нашел, но надо понимать, что лимитка стоила дороже, а лимитка, которая еще и доработана для высших эмоций, ну тут вообще как бы, да, то есть комментарии излишни. То есть, в принципе, речь идет о том, что эта вещь стоила дорого, но не для того, чтобы
поднять сегодняшнюю ценность. Но, тем не менее, все-таки, если эта вещь была оценена в какие-то очень серьезные деньги, ну, вероятно, был расчет, что кто-то будет готов заплатить эти деньги, да, и, в свою очередь, были вложены какие-то деньги, да, для того, чтобы это все оправдать. Вот, поэтому так. Здесь, кстати, заметим, что тоже не до конца бесшумный транспорт, как и, собственно, вот в этой машине P0. А все причиной тому, что здесь тоже все очень тяжелое, фрезерованное, но здесь абсолютно отсутствует какая-либо виброразвязка. То есть, начиная вот здесь, ну, про P0 мы поговорим отдельно, но там тоже, то есть, до самого пола, то есть, до точки соприкосновения ни одной, ни резиночки, ничего, то есть, все в жесткую. Ну, единственное отличие, что там плита, в которой стоит директовый мотор, она стоит на шипах. На шипах и просто на проявляйке, которые не позволяют этой плите куда-то улететь. Здесь подобная плита, но поменьше размером, ну, не суть важно. Но вот здесь она на жесткую стоит. То есть, если попробовать пошевелить, то оно ничего не шевелится. То есть, получается, что оно соединено с шасси. Вот, и имеет только виброразвязку за счет конструкции ножек. То есть ножки, видите, вот там, короче, внутри шип сделан. То есть на старых моделях там подпятник съемный, и на него шип приходится. Здесь такая конструкция, чтобы когда поднимаешь, эти подпятники не оставались, и потом их нужно подсовывать, да, ну, зафиксировали, короче. Вот. Значит, за звуковую часть у нас вот отвечает данная плата. Мы уж сюда заглядывали. Здесь у нас стоят... Сейчас фокус поймаем. Вот, 1704 PCM. По 2 на канал. То есть 2 здесь, 2 здесь. Конденсаторы использованы Sanyo Ascon. И вот те, что красные, это блэкгейты. Ну, асконы и блэкгейты, то есть вот здесь они тоже присутствуют. Здесь присутствуют асконы и блэкгейты, это тема Airbow. Ну, понятно, что кто-то их еще использовал, и тем не менее, то есть вот это признак, короче, такой фирменный почерк Airbow. Так, ну вот мы заодно сменим пластинку и посмотрим устройство, насколько это возможно. Клэмп здесь магниевый, по-моему, если я не ошибаюсь. Но тоже, вероятно, сплав такой был подобран неспроста. То есть, видите, все такое точеное, фрезерованное. То есть, никаких там этих штамповок, никаких соплей, все очень сделано, то есть лоток не болтается, выточен тоже с алюминия. В общем, машина, одним словом. Так, ну, прикроем. Я, конечно, больше склонен к каким-то архаичным решениям, то есть, на мой взгляд, CD-формат более чем достаточно для того, чтобы все услышать, что можно услышать. Но, тем не менее, можно резюмировать, что, ну, относительно в ногу со временем, в общем-то, вот такой вот универсальный девайс, да, мультиплеер, так скажем. Ну, понятно, что сейчас есть вообще там супер мультипультиплееры, да, но тем не менее, с точки зрения того, что можно и в систему домашнего кинотеатра включить, и в систему высокоуровневого стерео звука внедрить этот аппарат,
Вот. Ну и чтение всеформатное, то есть какой угодно диск суй, получишь звук, естественно. Вот, ну так, друзья, не знаю, я в принципе, знаете, не вижу даже необходимости, то есть все это звучит прекрасно. То есть, да, может что-то может звучать еще лучше, то есть, безусловно, всегда есть к чему стремиться. Что-то может звучать по-другому или еще как. Но я считаю, что эта система звучит на уровне, на высоком уровне, не требующем комментариев, не требующим вот каких-то да, но, то есть вот все классно, короче, да, то есть были вопросы у меня, эти Торнберри тут какое-то время отстаивались в сторонке, ну, все как-то вот настроение не сходилось, еще что-то, вот, впрочем, как вы видите, один эзотерик стоит на другом эзотерике постарше, X1 я люблю, уважаю и мне в нем все нравится. Но вот в данной системе, конечно, у X1, ну, он просто показал, что это другой уровень. Несмотря на это, можно в другой системе внедрить старую школу и получить и удовольствие, и, в общем, положительные впечатления, и быть удовлетворенным конечным результатом. Но конкретно здесь так вот оно, опять же, может быть, система за счет того, что они, ну, условно говоря, современные плюс европейские, да, то есть вот они как-то, тут еще эзотерик представитель Таной, может, у них там тоже какие-то вот друг на друга смотрят, как-то это все совмещает. Ну, в общем, факт, что система сложилась, звучит она круто. Вот это факт. Остальное это все, в общем, значения уже и не имеет. Ну что, я вас благодарю за внимание. Будем заканчивать это затянувшееся уже такое видео. Вот. Ну и встретимся вновь. Пока не знаю, по какой причине будет у нас праздник звука, но такая причина однозначно найдется. Спасательный круг, у него был квадратный дом, а еще треугольный сын. Но жил он совсем один. Однажды его жена похожая на слона сказала ему прости.